Представляем вашему вниманию коляску-трость для двойни Cybex Twinix, предназначенную для детей от полугода до 3-4 лет. Максимальный вес двоих детей – 30 кг. Устойчивая, удобная и компактная, прекрасно подойдет как для прогулок по городу, так и для путешествий. Компактное складывание тростью, большой регулируемый капюшон и раскладная спинка – все, что нужно вам и вашим детям. Большой водонепроницаемый капюшон со смотровым окошком сверху защищает от ультрафиолетового излучения 50+. Положение капюшона элементарно регулируется. Также его можно расширить, расстегнув молнию. Тогда его можно будет разложить почти до бампера. На задней части каждого капюшона имеется карман для мелочей. Также положение капюшона можно отрегулировать по высоте. Для этого просто потяните задержатели на раме. Вот таким образом. Пятиточечные ремни безопасности можно отрегулировать в зависимости от роста вашего ребенка. Чтобы ослабить ремни, нажмите на кнопку в передней части сиденья и потяните за них. Чтобы подтянуть, воспользуйтесь дополнительным ремешком спереди. Мягкий защитный бампер обтянут тканью. Он нисколько не помешает посадке малыша в коляску. Просто отведите его в сторону, воспользовавшись кнопкой сбоку. Усадите малыша в кресло и верните бампер на место. Положение подножки элементарно регулируется при помощи фиксаторов снизу. Чехлы сиденья можно снять и постирать при температуре 30 градусов. Наклон спинки сиденья регулируется в нескольких положениях до почти горизонтального при помощи рычага на задней стороне спинки. Вот таким образом. Не забудьте закрыть спинку капюшоном, чтобы ваш малыш был защищен. Чтобы вернуть спинку в исходное положение, просто подтолкните ее наверх. Коляска чрезвычайно маневрена за счет передних поворотных колес с блокировкой. Чтобы заблокировать колесо, достаточно опустить фиксатор вниз. Если вы едете по неровной поверхности, снегу или песку, колеса лучше заблокировать. Задние колеса коляски оснащены пружинной подвеской, которая сгладит все неровности дороги. Обратите внимание, и передние, и задние колеса коляски сдвоенные. Это придает ей большую устойчивость на дороге. Внизу имеется вместительная корзина для покупок. Коляска имеет ручки удобной формы с накладками из мягкого, нескользящего материала. Также имеется ремешок на запястье. Ножной тормоз блокирует сразу все задние колеса. Чтобы поставить коляску на тормоз, просто опустите педаль вниз. Чтобы снять коляску с тормоза, поднимите педаль вверх. Складывается Cybex Twinix очень просто, компактной тростью. Обратите внимание, что капюшоны при этом должны быть сложены. Итак, чтобы сложить коляску, поднимите вверх фиксирующие педали, опустите вниз фиксатор справа и сложите коляску вот таким образом. По бокам коляски имеются фиксаторы от раскладывания. Чтобы разложить коляску, ослабьте фиксаторы и потяните ручки коляски на себя. Далее опустите фиксирующие педали вниз. Коляска готова к прогулке. В комплект коляски Cybex Twinix входят два дождевика и инструкция.